Так, второй день Владивостокского турнира. Смотрим. Так, нигде я ничего не вижу. Где репортажи смотрели? Вижу. Все в интернете, все выложу, все скажу. 42-й стол. Ой, извините, пожалуйста. Все начал уже выкладывать вчерашнее. Так. Так, вот 2 минуты. Прекрасно, основные соперники здесь уже. Вот главный судья одевает форму, и буквально через полминуты все и начнется. Что ж, бэджик, я завтра возьмите, я хочу сфотографировать вас. Вот. Так, моего соперника пока еще нету. Отлично. Может, мне повезет, и он не придет вообще. Тоже интересно. С 11.00 мы играем 3 заключительных тура, и после того, как мы подводим итоги мы подведем, я думаю, минут за 20, у нас сразу будет награждение. Большая просьба, значит, к тем, кто принял решение принять участие в этапе Кубка России по классическим шахматам. Пожалуйста, проверьте, если вы в списке, вот, а есть некоторые товарищи, которые не желают принимать участие в классических шахматах, чтобы скажите, чтобы вас вычеркнули, чтобы не получилось недоразумение в жеребье. Значит, сегодня у нас хороший день. В этот день родилась Любовь Михайлова, где, пожалуйста, поздравим. И вот это вот кто-то будет разбираться. Это почти шахматная задача. Спасибо. Да. Стой. Да, пацаны, похоже. И вообще там есть там ее. Внимание, начало тура. Результаты, пожалуйста, вот Татьяна Михайловна сюда. Пока вы все пришли. А сам-то где в шапочке? А, вот именно, позор. Стыдно.